Это река Мома. Сейчас мы пойдем в реке Индигирка. Понятно. Понятно. Вот она и есть, река Индигирка? Да-да. Вторая река по быстроте течения после Амазонки, да? Ничего себе! Ты тут знаешь, оказывается. Да-да-да. Вторая по быстроте течения после Амазонки. Ого! Ну да, вот эти вот завалы красноречиво об этом говорят. Действительно. Такое впечатление, что это люди складировали. А эта река постаралась. Да. Опасненько так-то. А? Опасненько, говорю, так-то. Да. Так, всем здравствуйте. Володя представлять не надо. Игорек. Герман. Герман, вот. Игорь, вот. И сейчас мы будем харриса на Индигирке ловить. По-моему, круче рыбалки не придумаешь. Итак, давайте с нами. Как-то опасно ходить, короче. Чувствуете, да? Барабан, блин. Самая быстрая река, да? Которую только можно придумать, Игорь, да? В России самая быстрая. Оп-оп-оп. Оп-оп. Оп. Вся в торосах и проваленных. Вот так вот. Ого себе! Ничего себе! Ты-то да! Так, я так понял, мы пришли. Ё-моё! Я так понял, мы пришли. Нет, не пришли. Я вот только вот здесь видел, что так лёд вспучивается. Чего говоришь? Я по следам. За вами. Река чистейшая, конечно. Thank you.
называется ягодный. Ягодный. Ну, посмотрим, какие тут ягодки. Посмотрим. Рассказывай. Подготавливаем удочки. Этот человек в Моме знаменит тем, что он сам вяжет снасти. Настоящий рыбак. Герман, ну-ка показывай пару своих снастей. Вот. Что это за мех? Так, писец. Писец, да. Ага. Мех писца. Тундрового какого-то, да, что ли? Из моря лаптевых специально. С моря лаптевых? Угу. Это ты сам все делаешь? Да, да. Ух, ничего себе. Ну, сейчас посмотрим, как будет работать это все дело. А море лаптевых тут близко? Нет, далеко. 600. 600? А, мы были в районе 200, да, от него. А потом, получается, отъехали. Обратно уехали. Понятно. Так. Сюда подходить понятно, что нельзя. Поэтому у излучины сверлится лунка. Ну-ка, давайте рассказывай, показывай. Что там видно? А я думаю, почему грузилу большую делать? Как в телевизоре, да? Так. И вот таким образом у нас осуществляется рыбалка. Как в телеке. Так. Ну что там? Лед какой здесь толщины? Герман. Лед пока. Примерно. Оп, бампер, да? Что, есть? Да, да, да. Тихо, тихо. Да тихо. Ой, молодец. Слушай. Первый сервис. Тихо, тихо. Сегодня. Вот тебе и тихо. Ну, конечно, у хозяина первых. Ну и чтобы закрывать солнце от лунки. Так, первый хариус. Так, конечно. Так. Там мальчик есть маленький, но большой. Игорек тут будет сидеть. Володя, вот тут, я где-то приблизительно здесь. Так. Тут о, все. Четко видно. Угу. Как в телевизоре, короче. Конкретно. Ну-ка, давай-ка. Грузило большое, потому что течение, да? Угу. Но все равно уносит. Уносит течение. Об эту надо стукать, да? Не, не надо стукать. Офиги его, что ли? Хорошо. Ну-ка, 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 ну-ка. Бат, да? Главное не дышать. Давай, снимай, снимай. Есть. Линок! Тихо, тихо. Линок, линок. Поздравляю с почином. Да, хороший линок. Линок. Не на килограмм, но все же. Да. Отлично. С полем. А? С полем. Хопа. Есть еще. А это у меня. Нет, сорвался. Сорвался. Блин. Я не смотрел. Так, ну где ж ты там?
кто же мне клевал-то, а? Кто клевал-то? Большая. Герман, давай тут рядом тоже устраивайся. Ну, ты ничего себе, такая. А такой хариус тоже пойдет, да? Да, это самое. Самый вкусный, да? Да, да. Или там большой было вообще. Акула? Че, большую упустил? О, бля! Ну-ка, ну-ка, рассказывай, чё? Покажи мне! Не вы их ловите, рубите, замораживаете, в соль макаете и сразу ешь. Да, на месте. Красота. Игорь, что есть, нет? В Моме тоже рыба есть? Да, хариус, ленок. А почему мы именно на Индигирку приехали? Ну, сейчас там мало ловит весной. А-а-а. Поэтому. Ну, места надо знать там тоже. Рыбные. Ага, здесь же дороги есть, вот поэтому. А-а-а. Понятно. Там на Буране, по-моему. На Буране ехать надо далеко, да? Шла, да. Где-то уже. Когда начинаешь ходить, сразу, оказывается, это замечает. Блин. Вот такие фигурки. Ушла? Нет. Не хочет кушать. Он кормит, интересуется, но не хочет кушать. Чего ж ты не берешь, да? Ну, хитрый. Давай. Хитрый. Это хариус, да? Да, это хариус. Атака была, атака. Тихо, не ходите. На хариус. На хариус. На карбас. Вот теперь мне не тохто замек, конечно. Осторожничает.
слишком осторожничает. Ну, когда начал вверх не силить, он тогда только начал нападать. По башке. Что надо попробовать? Вот этот вот отрезать этот ластик один. А? Вот как мы на щуку ловим. Он ласт бедный на хаямбара. Он же пахнет. Да, да, он же пахнет. И тогда атака. Да, тогда атака. Так, Володя, ты потечь. Интересная история начинается. Не знаю, тот же или другой. Опять он тебя мучить пришел. Сам не знаю. Двое? Двое, да. Двое? Ага. Вроде интерес проявляет, но смотрит, наблюдает. Если я на землю пишу. Ты его в слизи измажь? В рыбьей. Что-то надо сделать, походу. Ну. Что-то никаких этих нет. И грандика, вот да. Вот да, ушел. Где? Он здоровый? Увидел твою камеру. А, вот-вот пришел. Все равно интерес есть, но... Прям перед мордой же. Я говорю, измажь в слизи. Что там? Не сработает, думаешь? Да. Не хотят они его. Ну что ли, за хищник-то такой, а? Тут, ну, сейчас еще не время, видишь, пассивничает. Приезжайте вот в Муму рыбачить до Германа. Так вот такую рыбалку будете. Все, ушел. Чисто аборигенская рыбалка. Вот видите, как ловит. Вот так надо ловить, ребята. Это еще это. Есть дырка? Видно? Есть, есть. Их можно, знаешь, этим кошкой ловить. Володя, тут один товарищ. Дразнит. Замучил. Вот он, Соня. Видишь его? Вот. Вижу, вижу. Течение шустрое. Его можно уже крючком зацепить. Ну да. Оп. Чуть-чуть. Выплюнул. Ага. Это вообще наглость была. Это, такая. Это. Да? Он поймал. Ага. О, о, о. Тихо, тихо. Может сейчас еще раз пробует? Ага. Может распробует. Давай, давай, давай. Куда ты там пропал? Давай, давай. Пробуй, пробуй, вкусно. Ок.
та скурма. Это рынок хай. Он уже всяко разных не пробовал. О, еще один подошел, маленький. Маленький. Это же это другой, это не харис. Не харис? А что это? А что это было? По якутску сирю, да? А, краснокнижник? Не-не. Нет? Чернокнижник. Ой-ой-ой-ой. Ну давай же ж ты. Ловись, сколько ж можно-то. Не хочет. Пониже опусти. Так некуда. Есть! О, слушай, он большой был! Целое дело! Уже все кости ломят, пока ловить. Ну нормально. Вот, вот это наследие надо оставить на индигирке, а не селитры и ртутью все сломать. Мы отпустим его, чтобы внукам нам хватило. Красавчик! Ну, вы даете. Нет, кто-то убежал. Вон он пришел. Молоток. Ушел. Ну, это я снял. Володя, этого уже не отпускай. Движение начинает. Ушел, да? Все залегли. Герман словил. Да. Как раз размерчик нормальный, да? Да, ровный. Для Жаркова. Для Жаркова. По-моему, их солят только. А? Солят или жарят тоже? Жарят можно, солят. Строганину можно. Все, что угодно можно. Да, и самое главное, индигирка делаю, салат индигирка. Салат индигирка. Да. Да, на индигирке из хариуса ловят и делают салат индигирка. Все это как бы понятно. Ох ты, какой красавец! Ну-ка покажи-ка. Вот это красавец. Хариус. На собственном крючке вот. Ага. Из песца вот. Видите? Такой. Слушай, ты такие крючки делаешь, правильно? Да, я сам делаю. Он играет в воде очень хорошо. Из, из меха тундрового песца. Да. Слушай, можешь дать телефон свой? Да, я закину тебе. Закинешь? Вот смотрите, высвечивается сейчас вот номер телефона. Звоните Герману и заказывайте у него такие замечательные крючки на хариуса. Специально для хариуса и для это, для линка. Для линка. Понятно. Игорек, что у тебя там? Охота идет не на жизнь, а на смерть. Ты глядка. Ух ты, ух ты. Ой, не вижу, не вижу. Да.
Поехали. Итак, вот наш итог. Для этих мест это как? Это нормально или не очень? Да, не очень. Не очень. Для этого времени. Вот так. Вот такая вот рыбалка, ребята. Такая. Удалась на славу. До скорых встреч. Никогда не болейте. Будете кушать салат индигирку, знайте, он из этих мест. До свидания.